Всем привет, hello to Zaman. Вы на канале Будь со мной, с вами Наталья. Мы уже возвращаемся из отпуска с южного берега Франции и находимся где-то в районе Гренобля, то есть начинаются Альпы. Нас сопровождает солнышко, мы уже видим горы. И скоро мы подъедем к Швейцарии. Вдоль автобана везде есть посадки, и мы думаем, что это орехи, грецкие орехи, потому что к нам всегда в Равенсбург привозят на Новый год грецкие орехи из региона Гренобль. И они очень хорошего качества, очень дорогие, конечно, но мы думаем, что эти вот это ореховые посадки. Это карьер или это обвал? Альпийские луга. Населенный пункт Монтерат. Только что мы переехали холм, примерно 700 метров над уровнем моря. Дома в этом населенном пункте чем-то уже напоминают немецкие дома. Уже нет вот того вот такого романского стиля. Это 80 километров до Женевы. Мы остановились сделать небольшой раст. Тут такие симпатичные столики. Детская площадка. Там есть киоск сзади. И слева туалет. А для тех, кто сидит за столиками и делает свой перекус, вид на вот это прекрасное озеро. Лес, голубое небо, солнышко, все здорово. В Швейцарию никто не хочет. Автобан перед нами пустой, за нами тоже. Но открываются иногда интересные виды. Наверное, их не охватить камерой. Но я все-таки пытаюсь время от времени доставать мобилку и что-то снимать.
дорога дальше направляется в Нужлан. А вот и Шафхаузен. Швейцарско-немецкая граница. Пивоварня Фальк. В Шафхаузене находится известный водопад, где Боденское озеро переливается в Рейн. У меня есть отдельное видео, кому интересно, оставлю ссылку. Вот мы почти дома. До нашего города осталось примерно 30 километров. Сейчас проезжаем около церкви Бернау. Это паломническая церковь. Всего в общей сложности мы проехали из дома до Лазурного берега и обратно с парочкой дневных вылазок. Немножко побыли в Провансе. Всего мы проехали 2,7 тысяч километров. Спасибо всем, кто был со мной. Вы были на канале «Будь со мной». С вами была ваша Наташа. До новых встреч!